программу «Губерния» и вот о чем расскажем. Более 100 улиц будут отремонтированы в Иванове. Горожане могут познакомиться с проектами ремонта. Расскажем о некоторых из них. Как идет ремонт детской поликлиники и что ждет компанию «Лиматон-упаковка», работающую с зарубежными контрагентами? Губернатор сегодня побывал в Фурманове. Несколько дорожных аварий в разных районах области. Есть пострадавшие. Только ли погодные условия стали причиной? В Иванове на пса надели намордник, электрошокеры привязали к столбу. Так животное провело ночь. Кто и за что так поступил? Версия в нашем выпуске. На два лагеря разделились жители села Дунилово и соседних. Одни хотят получать медицинскую помощь в современном новом ФАПе, другие просят сохранить приемы в вековой больнице. Какие причины приводят обе стороны и что обещают в департаменте здравоохранения? Друзья Егор и Евгений каникулы проводят не дома, а в любимой школе плавания. Там организован лагерь дневного пребывания. Родители платят всего 20 рублей в день. В Иванове обрезают деревья и кусты, измельченные ветки превращают в щепу и раздают бесплатно. Мы расскажем подробнее о стрижке по методике. В прямом эфире подведем информационные итоги дня. С вами Наталья Сергеева. Добрый вечер. Погодные условия и невнимательность водителей привели во вторник к авариям с пострадавшими. ДТП в этот день случались в разных районах области. Так, утром на московской трассе в районе поворота на Чернице перевернулось Рено. По предварительной версии, машину занесло на заснеженной дороге. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. 33-летний мужчина получил переломы и был госпитализирован. В этот же день серьезная авария произошла в Кинешемском районе. В ней пострадали 3 человека. На дороге на подъезде к Кинешме автомобилистка за рулем «Пежо» пошла на обгон. Предварительно сообщается, что она не справилась с управлением и зацепила автомобиль ВИЗ, после чего врезалась в Рено. У водителя Рено, у автомобилистки из Пежо и ее пассажира диагностированы переломы. Детали происшествия еще выясняются. Днем авария случилась в Иванове. Автомобили столкнулись на горке в Богородском, а пострадавших ничего не известно. Ивановцы могут познакомиться с проектами ремонта дорог. Документы опубликованы на сайте мэрии. Мы узнали, на каких улицах будут проводить работы и что именно планируют обновить. А также выяснили, могут ли жители города внести коррективы в эти проекты. Более 120 улиц намерены отремонтировать городские власти в этом году, точнее их отдельные участки. Но в целом речь идет о 50 с лишним километрах. Проектная документация по объектам готова. Большая часть даже выложена на сайте мэрии. Чтобы граждане, все участники дорожного движения могли ознакомиться с ними, дать какие-то свои предложения, замечания по тротуарам, по искусственным неровностям, то есть где их расположить, где люди ими пользуются, как лучше. По QR-коду, который вы видите на экране, можно перейти на страницу с проектами ремонта дорог. Один из самых крупных объектов – улица Куконковых. В этом сезоне ремонт магистрали должны завершить. Дополнительные работы, в частности, включают перенос коммуникаций и обеспечение подсветки островков безопасности. Напомним, их на Куконковых предусмотрено 8. Самый длинный – между проспектами Текстильщиков и Строителей. Предполагается, что на тех островках, которые не были совмещены с пешеходными переходами, высадят деревья. Кстати, после ремонта этого года островки безопасности появятся и на Ташкентской улице. Один из них совмещенный с переходом возле школы. В целом восстанавливать планируют участок улицы между Велишской и Маяковского. По всей видимости, потребуется расширение проезжей части. Как всегда, в последние годы ремонты будут комплексными. Везде пытаемся предусмотреть остановки, то есть парковки, не остановки, парковки. Парковки, тротуары, но также и остановки общественного транспорта. То есть каждую улицу рассматриваем, чтобы ее максимально сделать комфортной, безопасной. Напомним еще раз, что чиновники готовы рассматривать предложения жителей. Их можно отправить при помощи электронного сервиса на сайте мэрии или позвонив в управление благоустройства. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Барс». Житель Иванова сдал в ремонт свой автомобиль, но вместо починки лишился транспортного средства. Все потому, что работник автосервиса вместо того, чтобы восстановить машину, сдал ее в металлолом.
Хозяин машины хотел сэкономить на ремонте. Он нашел небольшую частную мастерскую у себя в районе. Предложенная цена автовладельца устроила. Но вот когда он вернулся за автомобилем, его ждал сюрприз. Автослесарь снял с машины полезные детали, а остальное сдал в чермет. Деньги за это выручил небольшие – 8 тысяч рублей. Хозяина потеря очень расстроила, и он из автосервиса пошел прямиком в полицию. В ходе обыска, который был проведен в рамках возбужденного уголовного дела о краже по месту жительства вот этого фигуранта, были найдены запасные части от этой машины, в частности бампер. В настоящее время он привлекается к уголовной ответственности. В Пучежском районе дорога превратилась в месиво из воды и грязи. Селяне подняли клич в социальных сетях и обратились в нашу редакцию. Село Илья Высокого. По словам местных, живут здесь в основном пенсионеры. С наступлением весны дорога превращается в кашу. Вызвать скорую или проехать самим становится практически невозможным. Машина просто утопает в грязи. На просьбы селян о ремонте дороги местные власти отвечают неохотно. Денег в бюджете нет. В районной администрации пояснили, обращений от жителей не было. Включить проблемный участок в программу должен сельсовет. Те, в свою очередь, уже внесли свои предложения в общий план ремонта на текущий год, в котором нет этой многострадальной улицы. Жители села должны обратиться в совет для включения дороги в проект хотя бы на будущий год. Всю ночь на морозе, привязанном к столбу, провел породистый пес. Обнаружили его жители одной из улиц в Иванове. И на утро забили тревогу. На собаке был дорогой намордник, ошейник и электрошокер. Кто и за что вот так бросил питомца на улице? Одна версия есть у зоозащитников. Вот этого пса, привязанного к столбу, обнаружили жители Новосельской улицы в Иванове. Так собака породы кане-корсо провела ночь. Жители рассказывают, подходить близко боялись, но принесли куртку, еду, отгоняли стаи собак. Собака очень была агрессивна, то есть она очень устала, замерзла. При этом она лежала на осколках стекла, то есть непосредственно, так как она не могла никуда отойти, очень плотно была привязана к столбу. И поранила себе лапу. Но собака очень ухоженная, в хорошем состоянии. Утром в среду фото этого пса облетели соцсети Иваново. Жители обратились в приют «Майский день». Его сотрудники выехали на место, забрали животное. Директор Наталья Иванова замечает, есть предыстория. Вчера в приют поступил звонок от женщины. Она рассказала, что домашний кане-корсо прикусил, прищемил руку ребенку. Соответственно, мы посоветовали ей обратиться на передержку в клуб «Мухтар» в дрессировочный специализированный, где кинолог, они бы могли его и разместить там до пристройства и откорректировать поведение со специалистами посоветоваться. Вот. И я так понимаю, что люди не нашли ничего другого, и вязать собаку просто к столбу. Места в приюте нет, да и содержать этого пса на улице нельзя. Он был помещен на платную передержку в зоогостиницу, где с ним будет работать кинолог. Там нам рассказали, собака еще в шоке, совсем немного идет на контакт. Наличие клейма пока обнаружить не удалось. Мы с ним прогулялись, он сходил в туалет и сейчас отсыпается. Когда приехали на площадку, он немножечко так прошелся. И я его даже и погладила, и ошейник поменяли, мы перестегнули на свой. То есть сейчас пока у него все хорошо. Зоозащитники отмечают, хозяина найдут быстро, соседи сообщат в соцсетях. Собака приметная, породы и окрас редкие. Наталья Иванова уверена, бывшие владельцы пса – состоятельные люди. У животного недешевая экипировка. Таким поступком, уверена директор «Майского дня», подвергли риску не только своего питомца, но и жителей города. Дарья Костина, телекомпания «Барс». В Иванове вынесен приговор сотруднице магазина. Она признана виновной в попытке дать взятку полицейскому. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Женщина работала товароведом в торговой точке с названием «Приятного аппетита». Стражи порядка нагрянули туда с проверкой, и подсудимая попыталась их подкупить. Взятка передавалась за непривлечение к уголовной ответственности продавца этого магазина за незаконную розничную продажу алкогольной продукции. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку сотрудники полиции отказались принять деньги в качестве взятки. Подсудимая вину в совершении преступления признала. С учетом позиции государственного обвинения, суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.
В Дунилове Шуйского района закрывают старую больницу. Вместо нее должен появиться ФАП. Мнение местных жителей по этому вопросу разделилось. Обе стороны выслушала моя коллега Яна Ведерникова. Она же подробнее о причинах закрытия здания амбулатории. Галина Овчинина – коренная жительница села Дунилово. Здесь закончила школу, после – педагогически, потом вернулась на малую родину. Когда начались обсуждения строительства модульного ФАПа и переносе в него медицинской помощи, из старой больницы выступила против. «Хотим, чтобы больница сохранилась, как она есть», – говорят несогласные. Уверены, найти решение отремонтировать двухэтажную постройку и использовать все кабинеты можно. У меня здесь маленький ребенок. Я хочу здесь жить и хочу, чтобы наше село развивалось. Хочу, чтобы у нас появился снова детский сад, школа. А больница хочу, чтобы осталась так же прежней и осталась нашей амбулатории, а не построенный ФАП. ФАП – это врачебная медицинская помощь, где предусматривается только фельдшер и санитар. И все. И так как нам обещают, что якобы здесь будут врачи, этого просто быть не может. Местным жителям предлагают альтернативу старой больнице с разваливающимися стенами, осыпающимися потолками, ветхими деревянными перекрытиями. Обещают оснастить ФАП дополнительными возможностями. Только не все верят, что так и будет. Метраж, подразумеваемый, который вот вы нам говорите, 100 с чем-то квадратных метров, да? Вы как себе представляете, дневной стационар? Врачебную амбулаторию, там, ну как вот вы, там физиокабинет, стоматологический кабинет, прием фельдшера. Другие против ФАПа ничего не имеют. На предложение построить его в каком-нибудь другом районе возражают. Год-другой здание нынешней больницы развалится. Денег на ремонт, а это порядка 50 миллионов рублей, не дадут. Да и его содержание обходится очень дорого. Из площади в 1700 квадратов задействовано около 120. Если посмотреть вот на эту красотулю, которая здесь наведена, сделанный ремонт, да, это хорошо, красиво смотреть. Но если снять эту оболочку, там уже половина кирпича. То есть грибок свое дело делает. От его мы не избавимся. Если сейчас зайти в подвальные помещения, вот там есть вход, там вода. Нет, здание пришло в негодность. Строительство ФАПа стоит 8 миллионов рублей. Финансируется по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Проект наподобие Колобовского. Я видела то, что предлагают. То есть у нас не убирают те услуги, которые предоставляются в данный момент. И поэтому как бы я за. Но очень бы хотелось, чтобы ФАП был именно на территории села Дунилово. Вот, и предоставление услуг не уменьшалось. Это очень-очень важно. Дело в том, что мы находимся очень далеко от Шуи. Это один из самых удаленных населенных пунктов. Быть ФАПу или быть больницей решат путем голосования. Два раза с местными жителями встречался директор департамента здравоохранения. Одно собрание селяне инициировали сами. Как говорит главный врач Шуйской ЦРБ, вероятно, дополнительно проведут еще одну встречу или пойдут с опросом по домам. Мы вот в этом вопросе вообще не настаиваем ни на чем. То есть, понимаете, это все с мнением жителей, с учетом мнений жителей. Мы на самом деле реально просто предлагаем комфортные, современные условия, хорошие. Но просто людей, как всегда же, всегда что-то настораживает и что-то пугает. Вот, поэтому мы отвечаем на все вопросы, которые возникают, и ни про какие закрытия, еще раз просто подчеркну, речи не идет. Яна Ведерникова, Денис Железов, телекомпания «Барс». Но такая ситуация уже не первая в Шуйском районе, когда вместо старого здания больницы организуют ФАП. И так, например, было в Колобове. В 2020 году на территории Колобовской больницы начали возводить ФАП по типовому проекту. Здание, которому на тот момент было около 60 лет, капитально не ремонтировалось, ветшало. Часть больницы находилась в аварийном состоянии. По приблизительным расчетам, капитальный ремонт обошелся бы в 35 миллионов рублей. Тогда решили выстроить блочно-модульный фельдшерский пункт под боком у старого здания. Типовая амбулатория оценивалась в 5 с лишним миллионов рублей. Местные жители выступили против новой каркасной коробки, потому что она была по размерам в 5 раз меньше, чем здание амбулатории, к которому они привыкли.
Назвали ФАП в 200 квадратных метров, избушкой на курьих ножках. Помещение местным жителям показалось очень маленьким. Узкие коридоры, один туалет на взрослых и детей, совмещенные кабинеты для приема пациентов. Позднее в проект вносили изменения, но не радикальные. И лишь спустя несколько месяцев проект амбулатории переделали с учетом мнения жителей. Затем приступили к постройке. В итоге к 2022 году амбулатория была готова на новом месте. Площадь общая выросла до 450 квадратных метров. Амбулатория светлая, просторная, с хорошим ремонтом, рассказали колбовцы. Сейчас работает на прием пациентов. Вот только есть проблема с лаборантом. По рассказам местных жителей, некому брать кровь у детей. На анализ нужно ехать в ШУЮ. Здание блочно-модульного ФАПа, которое не устраивало жителей, стали разбирать, когда оно уже было почти построено. Подрядчик затянул сроки строительства, не выполнил ряд обязательств, и с ним расторгли контракт. Старое здание больницы сейчас закрыто. Вероятно, будет продано. Наталья Сергеева, телекомпания «Барс». В Ивановской области сгорела свиноферма. Как сообщает управление МЧС, никто из животных не пострадал. Работники успели их эвакуировать еще до приезда пожарных. Пожар на ферме произошел в ночь на вторник в деревне Березники Родниковского района. К приезду спасателей все здание площадью 800 квадратных метров было объято пламенем. Возгорание заметили два работника фермы, оставшиеся на дежурство. До приезда пожарных они успели вывести из здания всех животных, всего 30 свиней. Сами фермеры не пострадали, а вот постройка полностью уничтожена огнем. Сотрудниками дознания МЧС России предварительно рассматриваются две версии возникновения пожара. Тепловое воздействие на горючие материалы инфракрасной лампы, либо аварийный режим работы электрооборудования. Далее у нас короткая реклама, и вот о чем расскажем после нее. Как идет ремонт детской поликлиники и что ждет компанию «Лиматон-упаковка», работающую с зарубежными контрагентами? Губернатор сегодня побывал в Фурманове. Друзья Егор и Евгений каникулы проводят не дома, а в любимой школе плавания. Там организован лагерь дневного пребывания. Родители платят всего 20 рублей в день. Вы смотрите программу «Губерния», и мы продолжаем. Фурмановская компания «Лиматон-упаковка» готовится к последствиям санкций. Предприятие работает на импортном оборудовании и в основном с зарубежными контрагентами. А вот на фабрике номер 2 новых условий ведения бизнеса не боятся. На предприятие закупили китайские станки, а ткани продают красные талки. Гибкая упаковка для средств гигиены, порошков, газировки и шоколада. Компания «Лиматон» работает в Фурманове с 2008 года. В прошлом году на предприятии выпустили около 8 тысяч тонн упаковки и отгрузили товары более чем на 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Сейчас здесь работает 290 сотрудников, в основном среднего и старшего возраста. Молодежь идет неохотно. Обучение на таких станках занимает не меньше года. Оборудование высокотехнологичное, немецкое. Проблем с комплектующими, по словам руководства, пока нет. Если появятся, их будут решать. Сложности могут возникнуть и с сырьем. Пленку покупают у иностранных компаний, работающих в России. Клей и краску за рубежом. Готовятся и к проблемам со сбытом. Поставляют продукцию в основном иностранным компаниям. 40% Procter & Gamble, Nestle, Coca-Cola и Pepsi. В март месяц мы не почувствовали никаких проблем по работе с этими компаниями. В дальнейшем эти компании объявили, что они уменьшают ассортимент выпускаемой продукции, ну, и будут запускать какие-то внутренние российские бренды. Мы не планируем ни сокращения штата, ни сокращения производства. Как работать в новых реалиях на предприятии поймут в апреле. Фурмановской фабрике номер 2 санкции не страшны. Здесь трудятся почти 350 человек. Сырье поставляют из Узбекистана. Выпускают суровые ткани высокого качества для постельного белья, полотенец, халатов. Покупает их в основном красная талка. Здесь все еще работают советские станки. Но производство развивается. В прошлом году в него вложили почти 30 миллионов рублей. Установлено 3 участка современных китайских станков высокоскоростных. Не привлекались никакие заемные средства. Предприятие работает стабильно.
В настоящий момент выполняем все заказы, которые мы заключены по текущему месяцу. Уже согласованы у нас заявки на месяц апрель по поставкам пряжи и погрузке суровой ткани. Штат укомплектован. Средняя зарплата, по словам руководителя, 32 тысячи рублей. Условия труда не из простых. На пенсию сотрудницы выходят в 50 лет. Ткачихи просят губернатора чаще поощрять заслуженных работников грамотами и наградами областного и федерального значения. Жалуются на цены в магазинах. Торговые сети считают, что еще там 2-3 недели осталось какого-то такого нестабильного спроса, потом все будет нормально. Но, вы правильно говорите, отдельные негодяи, я уже об этом говорил, ситуацией пользуются просто, скупают и перепродают втридорога. По таким случаям я и Народному фронту обратился, и к правоохранительным органам. Прямо информируйте. Глава региона рекомендовал обращаться в антимонопольную службу. После экскурсии по предприятиям Станислав Воскресенский встретился с предпринимателями, чтобы обсудить меры поддержки промышленности. Марина Зейна, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Ну и в продолжение про Фурманов. На обновление детской поликлиники там направили около 17 миллионов рублей. Но восстановление здания затянулось из-за обнаруженных в ходе ремонта конструктивных особенностей. Когда же поликлиника примет первых пациентов, Марина Зенина расскажет. Ремонт в детской поликлинике в Фурманове начался осенью прошлого года. В рамках федерального проекта на восстановление лечебницы направили около 17 миллионов рублей. Основные работы ведутся на втором этаже. На первом ремонт сделали еще в 2019 году. Реконструкция затянулась из-за обнаруженных в ходе работ конструктивных особенностей здания. Делали новую стяжку. Сейчас приступаем в основном к отделочным работам. Сделано отопление, сделано электрик. То есть отделочная работа впереди. У нас самая сложная часть по кровле сделана? Все, кровлю мы сделали полностью. Все, понятно. То есть из-за этого, я так понимаю, сделали? Да, задержки были как раз вот из-за кровли, это из-за зимнего периода и из-за перекрытия. Перекрытие в слове последнего. Несмотря на ремонт, здесь готовы принимать по 300 человек в день. К лечебнице приписаны более 7 тысяч ребят. Пока врачи обследуют пациентов в соседнем корпусе, в ранее пустовавших помещениях третьего этажа. Ну, с ребенком немножко сложновато, но так, в принципе, все в целом нормально. Вот, по этажам, конечно, не очень удобно бегать, но что делать? Все будет красиво, и смотреть приятно, и ходить приятно. Поликлиника укомплектована специалистами. Есть невролог, офтальмолог, лор, зубной. На втором этаже для них оборудуют новые кабинеты. Также будет процедурный и прививочный, кабинет УЗИ, физиотерапевтическое отделение. После ремонта появится и зона, которая ранее не была предусмотрена. К сожалению, планировка не предусматривала игровую зону. Детям было неудобно находиться длительно в таких условиях, поэтому в плане реконструкции организована была вот эта вот удобная зона для детей. Открыть обновленную поликлинику обещают к лету 2022 года. Контракт включает также приобретение мебели. Она уже полностью закуплена. Марина Зейна, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Жительница Ивановской области едва не сгорела в сауне. Она нашла предпринимателя, который смастерил ей электрическую каменку. Подрядчик сэкономил на материалах и неправильно сделал электропроводку. В итоге в сауне произошел пожар, и Следственный комитет возбудил уголовное дело. Индивидуальный предприниматель произвел монтаж нарушения требований безопасности по установке данного оборудования, в результате чего в помещении сауны произошло возгорание, представляющее реальную угрозу для жизни и здоровья проживающей там заказчицы. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. Энергетики завершают опиловку деревьев и кустарников в Иванове. С ноября по март зеленые насаждения в городе постригли и омолодили. И делается это не столько для красоты, сколько для того, чтобы поддерживать воздушные линии электропередачи в работоспособном состоянии. Как прошла стрижка и какие нюансы открылись? Все подробности у Ирины Афониной. Здесь, на Третьей Южной улице, энергетики провели опиловку деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до проводов линий электропередач. Приоритетом для нас является обеспечение безопасного, надежного, качественного электроснабжения потребителей, для чего выполняется комплекс мероприятий по обеспечению работоспособности объектов электросетевого хозяйства, в состав которых включены обрезка веток и кустарника, а также валка
деревьев, угрожающих падением на воздушные линии. В этом году в рамках капитального ремонта линий в Иванове запланирована обрезка 1800 деревьев и вырубка 20. Работы подходят к концу. По законодательству энергетики могут провести полную очистку деревьев и кустарников, находящихся максимально близко к ЛЭП. Но, учитывая мнение ивановцев, зеленые насаждения в основном обрезают. Вырубают деревья лишь тогда, когда иначе нельзя. Обрезка зеленых насаждений производится в период отсутствия сокодвижения. С ноября по март включительно. Это согласно 153-му приказу Госстроя. Осенью в основном производится санитарная обрезка, а по весне – омолаживающая. Для того, чтобы уменьшить объем вывозимого материала, порубочные остатки после опиловки измельчают. Эту операцию выполняет импортный измельчитель древесины. Производительность 100 кубометров за смену. Будем перерабатывать это в щепу, по-другому мульча называется. Как бы эта фракция чуть крупнее опилка, чтобы уменьшить объем вывозимых порубочных остатков. А порубочные остатки, они каким-то образом могут использоваться для народного хозяйства? Да, они могут использоваться как подстил для каких-то животных, как удобрение может использоваться, как декор. Организация, которая занимается измельчением, бесплатно привозит щепу в зоопарк, приют «Майский день», в отделение конной полиции. Также бесплатно привезут они древесные остатки и жителям. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». В отделении плавания 10-й спортшколы работает лагерь дневного пребывания. Его посещают 25 второклассников. Родители спокойны, дети при деле, накормлены завтраком и обедом. При этом за всю смену каникул они заплатили всего 100 рублей. Слово Дарье Костиной. Два товарища – Егор и Евгений. У них много общего, а сблизило их обучение плаванию в 10-й спортшколе. Не расстаются и в каникулы. Оба посещают лагерь дневного пребывания, который организован на базе учреждения. Говорят, так родителям спокойнее, а им веселее, чем дома. Ну, я бы гулял, собирал кубик Рубика, читал. Я гулял со своими друзьями, я читал, ну, естественно, тоже собирал кубик Рубика. В лагере дневного пребывания 25 юных пловцов. Каждый год само отделение принимает 300 детей 7-8 лет. Они проходят начальную подготовку. Лучшие переходят на обучение в бассейн на Багаево. Сейчас каникулы, но тренер требует. Отдохнули, пора работать. Ребята занимаются плаванием. У них есть две тренировки, они усиленно занимаются. Они занимаются в зале. Есть свободное время, вот, которое, значит, они сейчас такой творческой работой занимаются. Есть завтрак, обед. Это в течение 5 дней с 8 утра до 2 часов дня. На следующие каникулы, отмечают в мэрии, лагеря дневного пребывания появятся во всех спортшколах Иваново. На одного отдыхающего город выделяет 122 рубля. Еще немного добавляют родители. Родители, порядка 203 человек, могут детей устроить в эти лагеря. В данный момент, опять же, весенний лагерь. Стоимость там просто, ну, на самом деле символическая. В районе 20 рублей просто рассчитывали из возможностей бюджета города, плюс также, чтобы софинансирование родителей было. То есть за все 5 дней пребывания родители заплатят 100 рублей. Для тех, кому скучно дома, подготовлен проект «Активные каникулы». За неделю в городе пройдет более 100 мастер-классов, квестов, турниров, викторин. Как на них попасть, можно узнать на сайте Управления образования. Дарья Костина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Ну и под занавес выпуска расскажем о погоде. В среду в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем 1-3 градуса ниже 0. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 51%. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни не ожидается резких температурных изменений. Возможны небольшие осадки. Ну что ж, такими были события этого дня. Я с вами на этом прощаюсь и желаю всего самого доброго.